Заманнас Хайр Лолсон сайгласи юридичлер, ГРТ каналында хабирлер, студияда ишлер Валентина Чобан, Кольверменин, эйн өнемне темалары. Апрель айын биринден пенсиялары 6%-а үйселдеджиклер. Молдовада халклар арасы баалынтыларыны кавилештирерлер. Бошта кезен көпеклер проблема ангысынан каршы келер түрлү яшамак пунктлары. Бу сайда комратты. Апрель айын биринден пенсиялара 6% индексация yapılacak. Önce haberlediler, ani pensiyaları sadece 4,2%'a yükseltecekler. Ama bugün fevral ayın 28'inde hükümetin oturuşunda Moldova devletin premier ministrosu Darin Richan haberledi, ani indeksация 6%'a yapılacak. Молдова хүкіметін отырушын чекетмесінде премьер-министр Дарин Ричан аннатты бұйылқы пенсия индексацияларын процентлері ечін, не ішчін біткі вақыт чөк сөленді. Бен еса баалдым, они чөк дартышмаклар олырлар, хемда спекуляция олар пенсияларын долайында. Истерім сөйлейім, они бүтін бюджет ангысы 2024 жылда пенсионерлар үшін планланды, онлара етішіжек. Лав 6% үшін кедер. Ама шенді данышырым, іш хем социал кормасында министерлийіне, хем финанс министерлийіне. Япсынар өләкі пенсионерлар ангыларын ең күчік пенсиялары бұз еделенмеклері ил каблетсінлер. Пресс-конференцияда отуруштан сура хүкіметін пресс-секретари Даниэл Вода нышанады, ани пенсиялара индексация yapılacak плана гөр, ани 2024 жылын бюджеттінен бакылыр. Гетердерім хепсін ақылыныза, ани пенсияларын индексациялары хер ел апрель бірінде yapılır. Бу темы гечан афта топлум ачыклады. Хем лафетті ачан премьер-министру ачыктан сөйледі, ани хүкіметін политикасы индексациялан балы. Да бүйін хаберленді, ани пенсиялар 6%-да калкачыклар ниже бюджетлен бакылыр. Пенсионерлерин бакшларына гөре 6% йортмыжык оннарын харчыларыны хем яшамайы тая япмыжык. Я хочу сказать, что это для других, не для меня, но для других людей это ничего абсолютно не исправляет и никому не помогает. Бәйістерім сөйлеме, ани башқа инсанлар үшін бұл дил бейшей, ярдым етмер. Ер бізді инфляция өләйі 8-ді, о заман индексация да лазым олсын 15%-лік. 15-16%, да и то не хватает, конечно, но было бы ощутимо. Бенім анам 2,5 бінлей кабледер. Бұл май бейші. Бұл пек аз. Что маловато, конечно, для того, как у таких людей пенсия. Аз, ильбетки аз, макар 20-30% лазым калксын. Хоть 20-30%. Что я могу сказать насчет пенсии? Это очередной... Бұл сырады кыялан, гене инсаны алда дырлар. Лазым макар бірез дүшінмә, нелен хем неже юдешмә. Думать, откуда все это расплатить. Канона гөре пенсиялара хер ил индексация yapılır апрель биринден. Инфляция уруна гөре ангысы былдыр белли едилди. Индексация кечирилер ки пенсиян сайысы жувап этсин пааларын бүйлмесине. Молдовада 530 бин киши яшлара гөре пенсия кабледер. Молдовада Милетлер Баалантылары стратегиясы илерлеечек ени программа кабледелде. О 2017 йылда кириштирилме башлады сүртечек 2027 йыладан. Бу документе гөре бир сыра курум ишлер. Бу иш Молдова Девлетин Үйретим Министерлийин инициативасына гөре yapılır. Молдовада яшенырын 24%-де украинар, руслар, гагаузлар, булгарлар, ромалар хем башка милетлер. Стратегия гюря милетлерин арасында баалантылар таакави олырлар. Программа гюря ишинден сора япылды кошулар ки инсанар девлет дилини үйренсинлер. Хабирледи милетлер арасы политикасы бөлүмүн башы Иван Доминика. Очень актуальна программа по изучению румынского языка для взрослого населения. Девлет тілін үйренмек программасы бек актуал. Еліктен саярдық ани 5000 инсан бұл программа язылачек. Ама ішінде көрерис ани онларын сайысы 10000 киши күрер. Бұндан кәре біз үйренмек курумларында да билингвал программасын кириштірерис. О автономияның үйретмек курумдарында кириштірелер. Более того, по статистике большинство из них из Гагаузии. Стратегия курулду Европалы Молдова 2030 милли программасына гөре. Онда
сөйленелері нехепсин сынырын яшамасы калетелі лазым олсын. Стратегия призвана помочь национальным нашим меньшинствам в... Стратегия ярдым едежек күчік халклара англары Молдовада яшырлар кенти проблемаларыны чөзмя. Айчан оны яздардылар, бағымсыз курумлары да бұй іште апаялардылар. Оннар күчік халкларын бақышларыны хем проблемаларыны ажыкладылар. Обсуждалось с неправительственными организациями. То есть и туда вошли именно и их просьбы. Документ күчік халкларын хакларыны куруячек. Буя плачек джумнеи та берлешек сайыр Милетлер агентствосының узманы Людмила Бурлака. Милетлерин арасында анашмакларын кавил этмесі бұдевлетін баш нейді. Біз бір сыра юльчу белли етік андыларын ярдымынан культура валынтылары илерлейчекләр. Біз истерес ки Молдовада яшаян халкларда у Олсын кенти хаклары, ки онлар социал, экономика, хем культура урында паяласынар. Проект девлет бюджетындан финансланыр, ярдымы бу иште дыш курумнары да верерлар. Татьяна Ставилова, Владислав Табачук, Ирина Резунец, ГРТ, Хабирляр. Кумрат Касабасынын Исаак Гурфинкель адына больницасында медицина гүбірлерінін ішлеттірмесі ічін масу стертіплер йокту. Бу бір зорлукту. Экологияя бутакын бүйік зарар оларды. Ама коркунч дурум артык йок. Проблема чөзілді. Япония хүкіметінін ярдымынан медицина куруму лязымны тертіплері каблетті. 2 yıllık iş angısının çıkışında fevralin 27'sinde Kumradın İsa Gurfinkel adına bolnitsasında medicina gübürlerini yok etmek proyekti işleme başladı. Nişanladı bolnitsanın yöndürcisi Nina Raylan. В работе медицинских учреждений образуются определенные медицинские отходы. Медицина курумында хер гүн түрлі специфик гүбірлер вар. Ангылары хем натурая, хем инсанын саалыйна коркунш. Вар белли кураллар, ангыларына гөре біз онары йок едерез. Ковид йылында бізде 100 хастаядан варды. Илачлар кана онары чок медицина гүбірі варды. Онары доору лазымды йок етме. О заман біз башка фирмаларлан аннашмаклары куруп, юдердік онара ки йок етме бу гүбірлері. Утилизировать их на месте, и мы вынуждены были заключать договор с теми фирмами, которые имеют право заниматься такой деятельностью, то есть имеют лицензию. 3 тон медицина гүбірінің yılда yok etme дейіні çok para арджанарды. Шиндісі yeni техника верecek kolaylık bu finanslары koruду başka yönemli uğurlara арджама. Нышанады Гагаузия Саалық Орумасы Баканы Эдгар Димав. Конечно, это было... Bu proyekt Japonya hükümetinin yardımından gerçeklendi. O verecek kolaylık medisinada kullanılan iğneleri, sistemaları, plastiği yok etme. Onlar yüksek temperaturadan geçirilirler da korkunç bundan olmayır. Finans tarafından da bu işle. Önce biz çok para bu uğra harcardık. Şimdi ise başka bolnitsaların gübürlerini de burada yakışacak işledelim. Будут намного дешевле. Медицина гүбірлеріні ішлетмесінінен маасус үйренілміш узман заанатланачек. Это современная установка, высокотехнологичная. Бу юсек технологиялары бір аппарат, ама оны кулланма пек кулай. Бурада бір кары узман ішлейчек. Бурада бір маасус кнопка джиклы бар, ангысыны коштуынан машина ішлеме башлайчек. Бурайы хепсі гүбірлері койерлар, да бір бучук садын сүресінде о ішледер гүбірлері. Инелері, системалары, канны тертіплері, хепсі онлар бурада ішледілечекләр. Проекттің gerçeklemesine дейіні 70 bin доллардан зейді Япония hükümetinden verildi. Благо, есть проект японского правительства, программа Кусаноне, Пекислен Япония хүкіметінде Кусаноне программасы бар. Біз 2 yıllық бір yol yaptık бұрайы етішінде. Проект бүтін Молдова девлетінде якшы арды yapılсын, ама біз оны gerçekleye bildik. Сау олсын Игорь Гусейнов, очок күвет бұра койду. Біз бұл зор yolu кечтік. Айкочек, который откликнулся на просьбу, стал фактически координатором этого проекта. И мы прошли этот сложный путь, выиграли инвестицию более 70 тысяч долларов. Молдова девлетінде верілен проектлерін бірісі Кумрат больницасына келді. Маасус техникадан кария дүзілділер кеме одаларда, хем бинаның долайы. Алена Терзи, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ Хаберлер.
Комрадка сабасында йоллар дүзілсіннер лазым сөлерлер яшайынлар. Ковидлярсы ургулайрлар Аника сабынын бюджетінде о кадар чок пара йок, ки хепсі йоллары бірден япма дейіне. Не түрлі бақышы бұнын үчін ачықлады комрадын башы. Бұнын үчін сырадықы сюжетімізді. Комрад касабысынын зайыл пужи долайында йолларда чок машина гезер. Бурада чок түрлі курум вар. Үйретім курумы да бу сайда. Сулейман Демирел адына гимназия ушак башысына якын 340 ушак гезер. Ама тротуар онлара дейіні херірді йок. Сулейр бу долайын яшайыны Афанасий Кывыржык. Большая масса детишек ходит. Тротуар йок, ушаклар батак ичинде гезерлер. Ялварырым куветлеря бу проблемы и чөзсіннер. И ходят по грязи. Инсанлар коркусуз гессинер лазым. Тротуарлар олсун мутлак лазым. Чизгиледе Афанасий Кывыржык. Для пешеходов очень опасно. Вот через дорогу буквально детская площадка. Там очень много... Урасы яян гезинлер için хализден хатылы. Йол ашыры ойын мейданымыз вар. Ушаклар орая ойнама гелерлер. Йолу коркуйлан айкырлыйрлар. Хепсі лазымны нышанлар йок. Бундан кайра шоферлар машиналарыны пек бүйк хызлылыкта кулланы. Едут на сумасшедшей скорости. Бюджет паралары артарса, тротуарларын дүзілмесі Ялпукская сокаанда ерлерлейджек. Адады комрадын башы Сергей Анастасов. Освещение мы провели. Тротуар. Сокаан бир пайында яптык тротуар. Хөте адору да япачез. Ама бу йол регионун балансында. Язык Ани Комрад касабасынын параларыны бу ура харджама сыра гелер. Комрадын балансында олан йолларын бүтін узунлығы 100 километра курер. 60-ны онлардан 8 илын ичинде артык яптылар. Койылды брошатка яда дөкілді асфальт. Еш бұ ел илерлейджек, чизгиледзе примар. Улица Мирная, это улица Заречье, которые мы должны были отремонтировать. Мирная, Заречье, Фрунзе сокакларына дүзмя былдыр етиштіремедік. Бұйыл бұрада йоллары япачез. Паралар верілі йол фондундан, хем комрадын бюджетінден. Регион фондундан верілі параларлан Днестровского сокааны дүзеджейс. Бұрада парк та олачек. Это из регионального развития, это проект очень большой. И речь идет не только о дороге, но идет о парке, который появится тоже в районе Тюканевска. Комрадын ичинде грант параларынан да йоллары дүзеджекләр. Ожидает реконструкция улицы Победа. GZ программасына гөрә Победа соканда реконструкция илерлейджек. О комрадын кенарынадан япылачек. О площади, расстояние и до выезда с Комрада. Комрадын бюджетінде 2024 йылда йоллары дүзмәк ичин 6 миллион 800 бин лей бакылы. Валентина Чобан, Артем Тапал, ГРТ, хабирләр. Евсіз хайваннар – бүйік проблема аңғысынан қаршы гелер түрлі яшамак пунктлары. Бұ сайыда комрадты. Ел-елдан сокакларда бошта гезен палилерін сайысы зейделенер сөлерлар касабының яшайынлары. Саалық меркезі хабирледе әне гечен ел медицина курумына 113 кеші данышты. Хепсіне онлары көпеклер далыдылар. Еллісіні евсіз көпеклер далыды. Бұ ел артық 11 кеші бұсой проблемайлан медицина курумына данышты. Не япайырлар еріндекі көветлер бұз орлықлары чөзмәк үчін Аннадыр Наталья Андреяш. Комрад касабасынын яшайанлары нышанырлар аны бүгүнкү күн касабанын сокакларында варнасыл көрмөчү көпек хем кийди, аңгылары кенди башына кезинерлер. Пек сык хайваннары дышары инсансы быдыр. Евсиз көпеклер таасык сокакларда сүрүсүрү кезерлер. Да бу раатсыз эдер инсаны. Да комрадларын чөйү коркарлар кенди ушаклары хем якын инсанлары үчүн. Пек чок бар, несе, нашу көпек, ама хем чок бурда те центрда те. Ой, она хеп сайып олерлы көпеклері, біре патша екмек верері, бұрда да онара верері, раманын жаса, ненда наши дүшер. Страшно кечме, бак, ихтиярлар качам әрлі, гидем әрлі, шынжы көпек қызланы дүшерлер ері. Ушаклар да корка әрлі, школа екме, ничал да чок бізді, пек чок бізді. Лазым онары бір түрлі дүшінме, наши япма. Чок бар. Коркайм онардан, зе, пек фиана да, далыла, инсан үстіне атлыла. Bizde pek çok köpek var her yerde. Bizim malda veya komaratta tim böyle. Ne lazım? Te hani aşçılar var, köpekler çelisi orada. Neyse hazayız, priyodu da. Ya al toplasına, neyse söyle, bak söyleyelim. A toplama, toplama. Onun için lazım primar bu вопросу hani kaldırdı, rişat etsin. Особенно babalar korkarlar. Dedeler de еще
Sizler gösterirler kendini ama babaları ne anlar güzelim gezer, nasıl yapacak o köpeği? Onun için hem zor bize babalara bu köpekler. İlk çok var, korkar, aslında ihtiyarlar, aslında uçaklar var, korkar. En çok nerede var köpek hepsi? No, ben bilmiyorum, ben bizim tarafı biliyorum, hani bizim tarafta var. Ну, видимо, где квартирные являр, вар хереда, хереда являр, вар копик. Сейчас я все сняли, а земля в Мади и на Ровности. Ну, видите, он, наверное, жалко Юльдермена, ляму, я бы сна приют. Конечно, коркер, чок, даже, да, даже очень чок. Зереч, без тего, да, стройка, ларда, чекер копик, ляр, цюрюйна, шаклар, а уж амня садик, там, елерла, сабыня, гитмя, геня, салерла, ниже, стая гарга. Lazım yapma. Yer onara da toplama nece köylerden nece garadak toplarlar. Комрад Касабасының примары Сергей Анастасов нышанады, ани комрадта ефсіз хайваннар чын бір меркез япылды. Орада 50 хайван варын жатутма. Хайваннарын енемесі меркезде япылыр. Бұндан сора онлар 20 гүн ветеринар докторын гөз алтында бұлынырлар. Бұда вакыттан сора хайваннары кол вереерлер нышанады примар. Бар контракт бізде бұл. Кенде ветеринар службаларыла, онлар япырлы стерилизацией, бұл көбеклері дена азалсыннар. Зе онлары барынша, екінші өлдірме, өлдірме екінші лазым онлары япыма стерилизацией, но азалсыннар. Башка түрлі екінші. Орда біз сұтырыс онлары 2 афта, зейді тұтмырыс, оны ардына біз кенгілары у кадар фианадил, көлерерс каса бая гері, пісан фиана көбеклері тұрыс орда, они япмасынар зарар. Ama hep pedalonlar yeni köpekler bizde komratta. Hani getirirler köylerden, başka yerlerden. Onun için de bu soruşu lazım çözme bizim autonom kuvvetlerle. Komratta var mikrorayonlar, nerede en çok evsiz köpek var. Da bu yerlerde tasık volontörler gezerler nişanladı Sergey Anastasov. Evsiz köpek bizde var bu DSU rayonunda, Dubinina bu yolunda sonra bu üniversitenin yanında gezer. Bu Хастанин янында орда бар, орданы келді бізе, енді бұл меркезін орда ерінде бізім центрымызда да, орда да бар топланырлы. Бізім инсандар білерлі бұл ерлері, енді волонтерлар да білерлі бұл ерлері. Бәлінші келер бір соруш, бір фото біші олмыш, ани қорқытмыш көпек, ердаламыш, бі онары көндірерім. Бізім бұл хем волонтерлара, хем де көндірерім бұл инсандара кім жауап берер бұл ішін, да бұл іші лазым көтірсін. Гагаузияда койылдуйду плана ачмай үч регионал меркези ефсиз хайваннары үчүн. Ама ишлерлер оннар сади комратта хем чадырда, ама оннар да ефсиз хайваннарлан баалы проблемы автономияда чөзөмү жиклер. Лазым биз дүшүнөлүм ишинде япалым бул приюду, ани долайдан да топлансын кебектерзи, башка түрлү биз чөзөмбүз бул проблема. Бул күйлөр бизим бар яндашык, оннар кетирсинер бизе, канунара көрө, деле ани сыбытсынар сабактан еркин, кимде беким тутчук көпөйүнө кетирсин, он бизе Орай приюда, дел касабаясы бұтсын он. Сорын біз оны лазым гене тұталым, гене орай кетірелім. Бұй үлчін та 50 ері оларсы да етішік, ама генен ела бек етішіз 200 кафая қадар бізді өлі планымызда бар. О заман проблем чөзілішік. Евсіз хайваннарлан бағалы проблема чок иллік, хем зор бір проблема да оны лазым регионал уырында чөзмі екледі примар. Бүгін Константин Василиоглы 86 яшыны таманны жейді. Константин Василиоглы ГГУС пейтчісі, язычысы, баш білім заметчісі. Чалышты педагогика хем психология білгілері институтында. Доуду 1938-інжі елда Украинада Болград районында Александровка күйінде. Константин Василиоглы чок школа кияды, түрлі программалары, курикулумнары, сөзліклері, текстлері хазырлады. Секіз кияды яратмаларынан басылды. Шиир топлому, севгілім, шиир топлому, ватаным буджак, масаллар, уйгун сөзлер, білмейджілер, буджак данныры. Проза топлумнары, олимпиада, софра, джөмір тарафым, масал дүннесі. Кият, окумак, севгілі заман. Яратмаларында Константин Василиоглы язды та чок школачыларын үйренмесі ічін, онларын достлы ічін, мираклы яшамасы ічін. Бүйк ер каплыр язычынын яратмаларында темалар ватан, халкын ежелі, хем дуыма ер. Девлет чемпион титулларыны Комрад Касабасынын спорт лицейінің үйренчілері
алдылар. Оннар түрлі ярышмакларда илк ерлері казандылар. Үч үйренеджі Европа бокс чемпионатында Молдова темсил едіджіклер. Үйретім курумында йортылы олай кечті, онда ең башарылы үйренежілері үйдүлледілер. Молдова бокс чемпионатында Гагаузия спорт лицейн үйренежілері темсил еттілер. Тренер Ширали Тургунов нышанны ранни спортчылар үйсей куырлары көстеріп 4 медали казандылар. Чемпионы, значит... Спортчылар быйыл Европа чемпионы адында паялажыклар. Ангысы Хорватияда апрелин 2-сінден 5-ніне кадар кечежек. Гүзін оннарда Балкан ойыннары олажек. Ил пек зор, иш чок вар. Спортчыларын 3-ү девлет хем республика уурунда башарлары ичин спорт мастер адыны каблеттілер. Спортчыларын шанадылар ане гүреш зор кечті. Все соперники были достойны. Это хороший чемпионат. Хепси спортчылар, профессионаллар, пекисля, чемпионатты, енседлер, енкавлеры. Балканские игры. Все соперники достойны для меня. Победил сильнейший. Последний бой был один из самых трудных. Бүтке гүрешим пек зорду, ама бен япа билдим. Я провел два боя. Три, ну, два боя выиграл в третьем бою. Бен 3 гүреш кечирдим, 2-сін енседим, ама 3-сінде яраландым. В локоть пропустил удар и... Дали досрочную победу противнику из Грибенкоуц. Школа линейкасында нышанландылар, оннарда ангылары тэквондо турнирінде енседілер. Орада 370 спортчу пайылдылар бүтін девлеттен хем Румыниядан. Ушаклар үйсек башарлары көстерділер, нышаннады спорт баканы Вячеслав Драгой. Спортсмены. О спортчылар ангыларыны без Европа хем дүнья чемпионатына хазырлары спек и чыкышлары көстерділер. Илки ери казандылар. Кышчазларымызда үйсек бежермеклері көстерерлер. Сайерым ане доору йолдан кидеріз. Мы идем в правильном направлении. Тэквондо спортчылары 4 алтын медали кетердилер. Ярышмаклар исле кечтилер. Бана хер заман елін енсеме. Для меня соревнования прошли очень хорошо. Чтобы стать чемпионом... Ярышмаклар бана дейін ісля кечтілер, олма дейін чемпион бана сади дикатлық етмер. Мы дальнейшие, как бы. Если бы я была бы чуть внимательнее, то думаю, я бы взяла первое. Нышанландылар спортчылар ангылары футболланда заны атланерлар. Петр Крестиоглы адына турнирде Умутлук такымы 2-нче ери казанды. У нас 2-3 числа начинается чемпионат республики. Бізде маардың 2-сінде, 3-сінде девлет чемпионаты башлыр. 13-тан бұл матчларда оннарын хазырлыйны белли еттек. Кишинев хем Криуляны командалары пейкаве. Кишинева 2 команды и Криуляны. Лицей үндіржесі Харлан Пейхор нышына Дани Сербейз гүрешчілерді үйсек башарлары көстерділер. Мы радуемся. Всегда нашим достижением. Без башарларымыза хер заман севенеріз. Бу еш үчін бізім лицейіміз чалышыр. Хазырлама дейіні ен ии спортчылары. Готовить самых первых, самых лучших спортсменов. Спорт лицей интернатында бүн 150 ушак үйренер. Мария Статова, Алена Терзи, Владислав Кыса, Ирина Резунец, ГРТ Хаберлер. Кольверменін сонында хава дұрымы үчін. Гагаузияда бекленлер бұлтлы хава, люзгар 3-6 метра секунда есіжек. Хава температурасы комратта гүндіз күрәжек. 12 градус сыжак, геджа 5 градус сыжак олыжек. Шадырда гүндіз 11 градус сыжак, геджа 5 градус сыжак олыжек. Валканешка сабасында гүндіз 11 градус сыфырдан юкары, геджа 4 градус сыжак. Бүлейді хепсі хабірлер бұл саада қадар сізін вар қолайлыңыз оқыма, хем сейритме. Бізім хабірлерімізі ГРТ-МД сайтымызда, хепілі Facebook, хем YouTube сайфаларымызда. Қалыңыз салы жақлын, хем гелен бұлышлар адын ГРТ каналында.